В Сургуте Наталья Комарова встретилась с представителями спортивной общественности. Тренеры рассказали главе региона о достижениях своих подопечных и дальнейших перспективах развития профессионального и любительского спорта. Например, речь шла о том, чтобы сделать занятия спортом еще более доступными. Сургутяне предложили организовать возрастные любительские лиги. Таким образом, самые талантливые любители смогут стать профессионалами. По мнению активистов, Югра может стать кузницей кадров не только для нашего округа, но и для всей страны. Мы создаем какой-то такой уровень возможностей для занятий спортом, который вовлечется в большое количество людей. Поэтому и талантливых много, да? Потому что сетка широкая. И затем она сужается, там, детский, юношеский, молодежный если хватит ресурсов, в том числе профессионально. Но профессиональную команду мы по каждому виду спорта с вами содержать не сможем. Хорошо подготовленных молодых людей, если их покупают другие команды, национальная сборная, значит, мы их с радостью передаем, потому что мы свою задачу выполнили.